слава богу, так вот еду. Орловской и Тульской сейчас уже области. Дорожные беседы. Записывал сейчас две программы. О храме Божьем, вот какие красивые места, посмотрите. Сегодня немного пасмурно, даже много пасмурно. Дождик был ночью. Еще в Белгороде, когда границу проходили, был дождь. Вот, и сегодняшним днем, да, эти программы записывал, даст Бог, завтра запишу еще тоже. И в Туле, в Москве программы, и в Питере, впоследствии тоже, да, потому что планирую на днях тоже в Питер. О храме Божьем. События 9 ава как раз именно вот навевают такую тему. Тем более, что в это воскресенье, 14 августа, ну так, в народе называется Спас Маковей, хотя многие православные даже как бы не как бы в заблуждении касательно названия даже этого. Многие мне говорили и говорят, что это отношение к маку имеет какое-то. Чуть не праздник наркоманов, там мак веют, поэтому Маковей. Да. На самом деле никакого отношения к маку это не имеет. Абсолютно название Бастыево. Проезжаем сейчас станция Бастыево. Почти что Бастыево. Интересно. Вот, а на самом деле от слова еврейское слово Макаби. Макаби. Вот. Посмотрите на красоту эту. Да. Еврейское слово Макаби, означающее молот, кувалда. Вот, и также и, в общем-то, намек на боевой клич, кто как Господь Бог наш. Вот, первые буквы еврейского этого клича. А так молот, кувалда, да, Макаби. Макаби, Макаби. Вот в это воскресенье праздник Спас Макавей. Конечно, в традиционном православии, к сожалению, примешивается очень много такого оккультного, много такого демонического, но, к сожалению, почитание крестов, там Богородицы, молитвы, там, и, ну, это печально, конечно, но что есть, то есть. Я верю, что приходит время завершения деформации мирового христианства, в частности, православного христианства. Приходит время реформации. И к 500-летию со дня начала Великой Реформации мирового христианства, я думаю, что и православие во многом реформируется. Хватит нам деформироваться. Пришло время реформироваться. То есть каяться, возрождаться, примиряться. Возвращение. Это возрождение, возвращение, покаяние, тшува по-еврейски. Пусть Бог благословит. Макаби. Вот. Красота средней полосы России.